медийные люди решили сделать некоторые такие хитрые трюки, иметь запасные аэродромы в других государствах. Вот эта дамочка Ольга Кузьмина, которая озвучивала Чебурашку, знакомая по сериалу «Кухня», родила девочку в Аргентине, в столице Аргентины Буэнос-Айрес. Теперь ребенок ее, зовут девочку Мира Мария, будет гражданка Аргентины. Это такой же трюк с запасным аэродромом сделала Виктория Боня, Кучера. Вот. Так что все пытаются себе запасной аэродром получить. Так что вот так, господа. Вот они все. Патриоты-то наши. Патриоты рожают за рубежом, чтобы получить аэродром в Аргентине, в Монако, в Соединенных Штатах и так далее. Показывая, что наша медицина – это наша медицина, а рожать за рубежом – это выгодно для ПМЖ. Потому что если девочка гражданка Аргентины, то мама будет иметь возможность жить в Аргентине. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.